почувствовал, я просто не могу пропустить Парашат Шавуа Шмини, потому что она настолько мощная, пророческая, яркая. И на самом деле это не значит, что мы все одинаково смотрим на нее. Я вам сразу говорю, в нашем совете старейшин Дима некоторые вещи понимает там, в этой главе, именно в этой иначе. Я по-другому, не имеет значения, потому что Писание, оно слишком богато, чтобы кто-то один сказал, оно только так. Некоторые вещи мы не знаем. Я сейчас подниму вопросы, которые мы реально не знаем и не понимаем, что там происходит. Но мы должны знать, что, по крайней мере, один элемент там постоянно, все время присутствует. Этот элемент, он и посреди Аарона, и посреди Моше, и Надава, и Авиуда, и Элазара, и Тамара, посреди всех тех людей, кто вокруг скинии. Знаете, что это? Ревность. До ревности любит живущий в нас Бог. И я хочу сказать, что многие из нас под обстоятельствами, которые вокруг нас раскручиваются, частиком забываем, что такое ревновать по Господу. Я знаю, что особенно те люди, которые пришли к вере сколько-то лет назад, знали, как вдруг тебя что-то запалило и не могло. Но даже в Откровении Иоанна есть такое, но ты оставил первую любовь. И неважно, как истолковывают это место, одно из толкований, что ну, человек стал немножко более это. Каждый в своей семейной жизни, люди женатые знают, когда ты влюбился, то у тебя глаза были вот такие вот на 24, и ты бегал и не успокаивал, а потом как бы какие-то вещи нормализуются. Иногда это нормализуется до холодно-отрицательных отношений, иногда до стабильно-средних. Но по правилам, по Писанию, элемент вот этой любви и ревнование – это нормально, когда мы за нашего супруга, супругу готовы обидчику чего-нибудь сломать. Как бы это нормально. И до ревности, я просто даю вам картину, что значит до ревности. Там вот эта ревность присутствует. Я еще хочу помолиться, и я дам вам несколько таких маленьких уроков. В некоторых вещах, возможно, повторюсь с моим сыном, хоть я и с ним тоже расхожусь каких-то observation, как мы рассматриваем тот или другой стих, неважно, читайте, это, я вам просто говорю, это, когда читаешь недельную главу и особенно вникаешь, вот особенно в этой недельной главе, в разные вещи, просто голову срывает. Потом я вчера ехал, позвонил Диме, как ты понимаешь это место? И вот мы разговаривали, вот там, допустим, присутствует элемент, Рами про это говорил, жертву сжигают, но Господь Бог еще и требовал того, чтобы ее ели. И он там разгневался на, Моше разгневался на Аарона, и что они не съели. И как не съели? Как бы, ну, ерунда, типа мы сейчас многие практикуем разные диеты, наоборот, не съесть – это сила. А здесь не съели, и Тамары это чуть не заплатили собою. Но, вы знаете, по-разному можно понимать, по-разному. Вот мы вчера с Димой говорили, помните, Иешуа говорит, кто не ест и не пьет от меня не имеет части. То есть это вещи, которые должны стать частью нас. Многие даже не понимают, о чем я сейчас говорю. Но я просто хочу сказать, Господь Бог хочет, чтобы мы подходили к Нему не только на уровне мыслительных размышлений. Он хочет, чтобы мы были частью, потому что когда ты ешь, то оно растворяется в тебе. И когда над этим есть благословение, я не большой, то есть это не сильная сторона меня, экзорцизм. Знаете, что такое экзорцизм? Изгнание бесов и прочее. Ну, как бы я крайне мало понимаю во всех этих вещах. Мне рассказывали люди, которые практикуют в этом, что когда брали, благословляли воду и давали выпить одержимому человеку, то из него выходила вот эта вот вся гадость. Ну, потому что оно соединяется с нами. Это странные вещи, но суть отождествления
восприятие более близкого. Писание постоянно подчеркивает. И я просто предлагаю вам подумать об этом. Если у каждого будут выводы совершенно разные, вообще не проблема. Итак, недельная глава Шмини, она начинается в Левит, в 9 главе, но мы сразу же говорим, что здесь как бы выстраиваются какие-то вещи. Короче говоря, вот скиния, народ заканчивает строительство, там Бецалель, там его команда и Веселил по-русски. И они заканчивают, а весь народ ждет. Они видели чудеса Господни, сопровождающие их по выходу из пустыни. И было в исходе очень мощное обетование. Устройте мне скинию, я буду обитать с вами. И вот 9 глава Аарон. Там хоть есть четкие инструкции, но все равно есть область эксперимента, потому что ты толком не знаешь, по крайней мере, Писание не прописывает нам, сколько нужно этой жертвы возлагать, как вот точно разрезать. То есть, возможно, там были эти инструкции, я уверен, что они были. В иврите их называют алахот, какие-то указания прописанные. И они, вероятно, все это делали, но все равно это вот в таком формате первый раз. Кстати, очень много из того, что читаешь, в недельной главе Шмини, я надеюсь, что большинство прочитало, Левит 9, 10 и 11. Там есть аргаша Йом-Кипура, что там выстраивается некоторая система, которая потом почти полностью полагается на Йом-Кипур. Я слышал мнение, что некоторые даже говорят, что события вот здесь происходящие, они тоже по таарихим, по датам, проходит в Йом-Кипуре. Ну, допустим, здесь сказано, в Левит 10.7 написано, и не выходите из скинии собрания. То есть это бедюк, то, что должен был делать Коэн а-Гадоль. Здесь немножко сбивает, потому что там они двое зашли, а в Йом-Кипур только один первосвященник. Но все равно, кстати, то, что двое их там умерло, два козла. Возможно, это были какие-то ассоциации, которые потом, и Рами подчеркнул этот момент, после совершившегося уже выстраиваются какие-то четкие указания и оформляются. Мы до конца этого не знаем, но 100% народ ожидает, вот сейчас мы осветим скинию, и будет что-то особенное. Сейчас идем по порядку. Я начинаю 9 глава с 1 стиха. И было, то есть я повторяюсь, это все о жертвоприношениях. О чем мы вообще мало соображаем. Вот честно я вам хочу сказать, сегодня вот эти вот моменты, поскольку жертвоприношений нету, это была специфика только Бней Аарон, Коганим, только сыновей Аарона, то остальные люди мало в этом понимали. Ему говорили, ты должен принести барана. Ладно, вот тебе барана. Как там дальше? Ладно, я свою часть сделал. Главное, чтобы баран был здоровый, или горлицу, или то. То есть это по-разному приносило, но люди мало, вот, а те внутренне знали, почему для нас это все очень важно и интересно. Новый Завет однозначно называет учеников, последователей Иешуа царственным священством. И Иешуа ха-Машиах во всей этой схеме царственного священства является нашим первосвященником. И про это говорят послания к евреям, что он зашел перед нами туда внутрь, осветил, раскрыл дорогу и прочее, прочее. Короче говоря, очень важно, чтобы мы хотя бы в образах, в аналогиях могли задумываться над этими текстами. И я подчеркну с того, с чего начал. Ревность по Господу – это ключевой момент. Короче говоря, и было, Левит 9.1. В восьмой день призвал Моше Аарона и сынов его и старейшин Израилевых. Так правильно написано. Ваяб йом хашмини. Йом хашмини, восьмой день. Вы знаете, как пишется восьмерка? Не римскими, а арабскими. И это символ бесконечности. Восьмерка – это символ бесконечности, то есть оно все время перетекает одно с другое. И вы знаете, мы обычно привыкшие к семидневной неделе, но в мистической части еврейского подхода к Библии существует Йом Хашмини, когда происходит какое-то невероятное раскрытие Творца для его людей. И здесь просто один серьезный момент – это связано
по дате, восьмой день, с жертвоприношениями. Я не знаю, как вы, но я сразу чувствую какую-то взаимосвязь вечности и жертвоприношений. То есть в Богом созданном мире всегда присутствует то, что называется свободное решение и свободная воля. Даже ангелы не роботы. Тем более человека Бог создал не роботом. И всегда есть, что называют в современном молодежном языке, косяк. Что-то делают не так. И нужно сбалансировать. Что нас балансирует? Только жертвой. Вот здесь как раз-то закладываются вот эти основания, что должно быть что-то, что платит за тебя, если ты делаешь чего-то не так. И мы, которые понимаем не только то, что называется Тора и Танах, но и Новый Завет, видим, как оно работает. И я вам честно хочу сказать, я уверен, то есть, ну, это исторически тоже доказано, тому истаблишменту раввинистическому, который сегодня определяет то, что называется раввинистический иудаизм, пришлось немало законов и уставов выдвинуть, чтобы сделать хоть какую-то аналогию жертвы. И сегодня, к примеру, нету жертв, давайте будем молиться. Но по Писанию оно не срабатывает, нужна жертва. И вот она жертва. Вот она жертва, как царь Давид пророчествовал, ты жертв и всесожжений храмовых больше не захотел, и тело уготовал мне. Помните такой стих из Писания? Машиах, наша жертва, которая постоянно поддерживает нас и дает нам освобождение. И даже вот в дополнение к текстам, где здесь сказано в 9 главе, и сказал... И было восьмой день, призвал Моше Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, второй стих, возьми себе молодого бычка для греха очистительной жертвы и овна для всесожжения без порока и представь пред Господом. То есть себе, ты сам Аарон, а сынам Израилевым так скажи, возьмите козла в жертву греха очистительную, и бычка, и огненка без порока. То есть одна тебе, а одна народу Израиля, чтобы вначале ты очистился, а потом, будучи чистым, чтобы ты взял и очистил Бней Исраэль. А в послании к евреям мы читаем вот конкретно об этом, но уже в формате Машиаха и Иешуа, Сына Божьего, сказано, он не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа, потому что чист и совершенен и внес однажды жертву. Ну вот я как бы хотел сказать, чтобы мы могли помнить эти вещи, и вот Рамит подчеркнул, в конце этого дня, когда Аарон заколол эти жертвы, сошел огонь Божий, и это было как бы печатью. Вы хотели этого? Вы это получили. И было помазание, сила и переживание. Когда я говорю слово помазание, сила и переживание, кто из вас примерно может сказать, я знаю, о чем говорится? То есть что-то тебя наполняет. Я к чему это говорю? Я провоцирую вас взвешивать ваш опыт с Богом. Были ли у вас такие переживания? Знаете, я вам расскажу однажды мое переживание. Это был сон. И я редко вижу то, что называется пророческие сны. Памбе, мамаш памбе. Я помню то, что я увидел, и это было, что я почувствовал, что Господь позвал меня встать и подойти к одной пожилой женщине и сказать ей слова. Эта женщина уже давно у Господа, и это было настолько сильно, что я разбудил Нину и попытался ей рассказать посреди ночи, что это было. Но там сутью было то, что я чувствовал, что Руах Акодеш меня поднял. Я пришел к ней и что-то говорил. Я не знаю, что я ей говорил. Но я чувствовал себя настолько в объятиях и в своем человеческом полном, нулевом бессилии власти и всемогущества Господа, что даже сейчас, рассказывая это, меня пробивает дрожь. И Господь Бог –
он человеколюбивый и любит, но также он хочет показать свое господство. И я думаю, что если в Иоанна написано «свет, бывший в мире, просвещает всякого человека, приходящего в мир», это ободрение для каждого периодически говорить: «Господи, посети меня, посети меня». Это важно. Это важно, потому что это выстраивает нашу веру. Знаете, мне не раз приходилось пересекаться с людьми, не любящими Иешуа, теологически крайне образованными. И они тебя начинают убеждать разным словам, логикой. Можно много чего из белого сделать черное и из черного белое. Но если в твоей жизни был опыт откровения, тебя практически невозможно сломать. Потому что это то, что живет. Ты его можешь засыпать пеплом, горящей, перегоревшим углем, чем угодно. Но все равно оно будет пробиваться. Ищите лица Господня, ободряю вас, особенно после вот этого ненормального года. Но после всех этих мероприятий, и Рами уже сказал про это, Надав и Авиагу, Авиуд по-русски, Авиагу, Ави, Господь, то есть Бог мой, Отец, его имя переводится, и взяли сыны Аарона, Надав и Авиагу, каждый свой совок, и положили в них огня, и возложили на него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и пожрал их, и умерли они пред Господом. И сказал Моше Аарону, это то, что Господь говорил, когда сказал, близкими ко мне освящусь. Есть несколько переводов на этот текст, и я могу вам с уверенностью сказать, что синодальный перевод – это не единственный. И как он выражает ситуацию, можно посмотреть по-другому. Иврит дает здесь себе, по крайней мере, больше областей о мыслях. Я про них сейчас скажу. Но как толкует традиция, они зашли туда с чуждым огнем, и от Господа вышел огонь, вошел в них, и они умерли моментально. Тела их остались такими же. Даже одежда их ничего не... Кстати, если вы полистаете в Гугле, это называется внутреннее сожжение. И такие моменты были. Иногда их в исторических местах сравнивали с сатанинским огнем, иногда с божественным огнем. То есть такие вещи случались, когда человек вдруг бац, часто это были... алкаши, которые настолько были пропитаны, которые затянулись, искра попала внутрь. Я, честно говоря, не очень представляю, как это срабатывает. Но они упали, вот, допустим, 4 стих говорит, что позвал Моше, Мишаэла и Элсафана, их двоюродных братьев, подойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стран. И подошли они и вынесли их в кутона. То есть в чем они были одеты? Ничего не повредилось, то есть там не нужно было носилки, ничего, их просто вот так подняли и вынесли. То есть там произошло что-то крайне сложное, тяжело понять. И я повторяюсь, есть места Писания, которые тяжело понять, и разные толкования не противоречат друг другу, или даже противоречат, но цель этих толкований, чтобы мы могли донести до слушателя настроение и послание, которое Руах Акодеш хочет сегодня нам передать, чтобы мы могли с этого взять чего-то и, окей, как я продолжаю свой путь дальше. Короче говоря, есть масса толкований и в христианской истории, и в ортодоксально-иудейской истории. И есть разные, говорят, ну, 4 раза Писание как минимум говорит, что «и умерли Надав и Авиуд от чуждого огня». Есть момент, который говорится, и вот Рами его тоже поднимал, вина из шекера не пей. Шекер, знаете, что такое шекер? Это сегодня подразделяется там на виски, коньяк, водка, там не знаю, что-то такое 40 плюс градусов. Вино это что-то послабее, но не то, что не пей их.
Когда идешь служить Господу, не пей. Иеремия объяснил, что, возможно, это было... Они, может быть, реально выпили и пошли туда, и потом пришло это постановление, но мы точно не знаем. Может быть, это было какое-то обобщение, которое просто говорит, когда ты идешь священнодействовать, ты должен быть целуль, абсолютно понимать, потому что ты должен быть открыт для Божьего Духа. И сейчас я не выражаю публично или выражаю публично мое мнение про алкоголь. Я вам так хочу сказать. Пьянство – это однозначно серьезнейший грех, который ведет к разрушению семей, к разрушению достатка и прочего. Людям, у которых была проблема с пьянством, или которые живут без гена сопротивления алкоголю, а вы знаете, такие тоже существуют, им ну, просто возбраняется. И хоть Павел говорит, все мне позволено, но не все мне полезно. В других случаях, если человек пригубит вина на Каббалат, Шаббат, только это должно быть нормализировано, потому что некоторые говорят, мне все позволено, и так нашлюкается, что его можно за ноги выносить. Я про это вообще не говорю, это есть грех. Но как бы Писание умеренно относится к алкоголю. Поэтому пусть каждый имеет мудрость, как понимать. И иначе мы просто делаем какие-то новые постановления. И вы знаете, в каждом народе, в каждой полосе от севера и ниже есть разные подходы к разным вещам. Поэтому давайте будем в этих областях более терпимы. Еще один момент, который здесь подчеркивается, Рами его коснулся, подошли и не посоветовались, как это сделать. То есть они пошли со своим мнением, а могли спросить, знаете, это на самом деле, вот это вот толкование вышло в ортодоксальном иудаизме в очень жесткую, где-то чрезмерно жесткую алаху повеление, что ты любой свой шаг должен проконсультироваться с рабби. Я думаю, это немножко агзама, это преувеличение. Потому что Бог каждому из нас дает один инструмент, который можно не только есть. Это голова. И мы должны включать свою голову в некоторых решениях. Но то, что касается, скажем так, общества, важно подойти и составить. А можно ли мне? Поэтому, допустим, Писание говорит, если у вас есть кто-то пророчествующий, то пусть делает это в порядке. Когда говорится в порядке, это не значит, что они в очередь должны стать, а что они должны подойти к лидеру и сказать, вот мне было такое понимание, как ты считаешь, это кошер ле Песах или не кошер ле Песах? Он говорит, нормально. Или знаешь что, давай потом пообсудим этот вопрос. То есть есть какие-то вещи подчинения. Не зря Священные Писания говорят про семью. Глава каждого человека – это Бог, потом, помните, в Коринфянах Иешуа, потом муж, потом жена, потом дети, потом собаки, потом кошки и так далее до нисходящей. То есть, чтобы мы могли знать, как подойти, спросить, ну, эта цель здесь на самом деле даже не контроль, это вопрос совета, потому что чаще всего даже тот, кто где-то, ну, может быть, в этой структуре ниже, но какая-то мудрая вещь, ламалё. Главное, чтобы нам ну, нос не задирать и не поступать, как муж жены в Афганистане. Почему она идет перед тобою, хотя по Корану положено, чтобы она шла за тобою? Знаете ответ, да? Когда писали Коран, еще мин не было. Но как-то так. Короче... Короче говоря, есть еще вещь, которую им вводят в вину, Надаву и Авиуду, по вот этим толкованиям, что у них не было семей. И, кстати, как ни крутите, но Новый Завет, особенно когда дает указания по постановлению на служение пасторское, старейшинское, диаконское, все время говорит про эти вещи. Должен быть муж одной жены, то есть, подчеркиваю, и есть, понятно, исключение из правил. Сам Павел был исключением из правил. И таких исключений существует немало. Но если вы возьмете просто общую статистику, то чаще всего собраниями верующими,
руководят люди семейные. Угадайте, почему? Потому что если ты можешь управлять своим домом и знаешь, что это такое, когда у тебя определенный разлад, а такое тоже случается, к сожалению, с твоей супругой или супругом, или так далее, с детьми, но тебе все равно нужно вести семью и закопать свой топор гордости, как там индейцы говорили, закопать этот томагавок, этот, и продолжать делать, как ни в чем не бывало. В общине такие вещи тоже бывают, и ты должен знать. И это, кстати, как бы серьезная поинта священных писаний, когда Надава и Авиуда обвиняют в том, что они не были женаты, и у них не было, то есть у них было другое представление о самопожертвовании. Я сейчас через момент про это поговорю. Почему? Ну, когда ты кидаешься в бой и говоришь за родину и так далее, и у тебя нету ни жены, ни детей, ты как бы терять особо нечего. А когда у тебя есть жена, дети и невыплаченная машканта, и битуаха нету, страховки на эту машканту, то ты должен два раза подумать, если я их люблю, так я им оставлю мои долги. Понимаете меня, да? Короче говоря, давайте, прежде чем приходить к каким-то выводам, я хочу еще немножко поговорить про Надава и Авиу. И Рам тоже сказал про это. Итак, Писание как минимум четырежды говорит, что они умерли от чуждого огня. Что такое чуждый огонь? Это были совки, ну, что-то вот такого размера. Там лежали горящие угли. Вот мы делаем а-ля эш. Иногда угли распадаются вообще в ничто. А есть иногда они вот такими вот крепенькими лежат. Вот такие крепенькие, правильные угли хорошего качества лежали. И священник брал и сыпал на них благовоние. И вот это вот испарение было, это символизировало наши молитвы перед Господом Богом. И они с этим заходили. Так вот, есть одно мнение, что вчера, помните, я вам рассказал, они освящали скинию, и огонь Божий сошел, и там был огонь. И Божий огонь, это было взять с той кадильницы, которую Бог сам зажег, и положить. Надав и Авиу, по некоторым толкованиям, разожгли свой мангал. Они разожгли свой мангал, может, поленились идти, может, чего-то другого хотели. Мы можем на эту тему размышлять сколько угодно, это все будет полезно. Но вот так говорят, этот был не Господом зажженный огонь. К примеру, я вам хочу сказать, в католической церкви сегодня существует то, что называется апостольское рукоположение. То есть они считают, я знаю, потому что я знаю несколько таких католиков больших, которые говорят, что вот Петр, как бы наш первый, возложил там на своего ученика руки, тот возложил на другого, на третьего. Это рукоположение переходит на тех, кто является сейчас папой, и погнало дальше. И мой хороший друг, который был приглашен на эту конференцию, Володя Пикман с католиками, это мессианский лидер из Берлина, сказал им, а мы не нуждаемся в таком рукоположении, потому что мы из народа, там, где Иешуа просто всем дал это помазание. И те высокие кардиналы пожали плечами и сказали, мы вынуждены с этим согласиться. Но идею вы поняли, что один передает другому. И это нормально, когда ты хочешь передать что-то своему сыну, своему потомку. И вот этот момент, что здесь оно как бы... Идем дальше. Короче говоря, четырежды в Писании как минимум говорится о чуждом огне. И Надав и Авиу, они не были пацанами, это точно. Им было по 40, 50, 60 лет, потому что, если мы прикинем, что по выходу из Египта Моше было как минимум 80+, а Аарону, он был старшим братом больше, ну и как бы нормативный человек, пускай в 30, ну в 40 лет заводит ребенка, то есть им было от 40 до 50, может быть даже 60 лет. То есть они не были пацанами. И еще что очень интересно, Писание говорит, что
в Исход 24:9, когда вот все залагалось, только Господь сказал 10 речений, и потом Он сказал: пусть поднимутся ко мне на гору, и Он называет поименно Моше, Аарон, Надав, Авиу и 70 помазанных людей, 70 старейшин народа Израиля. То есть духовный уровень вот этих двоих был просто запредельный. Когда я говорю, что такое духовный уровень, ну, они были реально на высоте судей, потому что Господь Бог зовет их в свое присутствие вместе с ихними великими папой и дядей. То есть Он обращается к ним особенным. Потом в 10 главе, в 3 стихе сказано, когда вот это случилось, они упали мертвыми, и Моше говорит Аарону: это то, что говорил Господь, когда сказал: близкими ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. А написано, что Аарон стоял дом. Дом – это смирно, молча. В еврейской армии есть такое состояние. Амод дом – стоять молча, ну, замереть, стоять смирно. То есть он был настолько в шоке. А Моше говорит ему, и эти слова не прописаны нигде в другом месте, по всей видимости, у Моше был какой-то диалог с Творцом до этого. И Творец ему сказал: в тех, кто приближается ко мне, то есть кто ко мне особенно близок, я освящусь. Или есть другое толкование. Когда телефон звонит в неудобное время, у меня всегда есть желание задушить его, но они ради этого делают корпусы крепкие, и ты не можешь. Короче говоря, перевести эти слова можно по-разному. Один из переводов: я посредством моих близких, кто ко мне приближен, освящу других. То есть я использую их. Вы помните, я начал с того, что вечность связана с жертвой, чтобы мой приближающийся ко мне был использован для того, чтобы им покрыть других людей, то есть чтобы заступить их. Эта идея абсолютно прослеживается через все Священное Писание. И я сейчас назову вам имена этих людей. Но я хочу сейчас на момент отступить от истории и назвать одно выражение на иврите. Кидуш Ашем. Кто-то знает, что значит имя, выражение Кидуш Ашем? Освящение имени. По сути, вот если говорить простым языком, это когда я готов самого себя отдать во что угодно, на смерть, на жизнь, ради Господа. Павел говорит: редко когда за добродетельного кто-то пожертвует собою, а за грешника вообще никто собой не будет жертвовать. Помните такое выражение? И даже можно расширить это выражение, сказав: редко какой добродетельный захочет пожертвовать собою за кого-то другого. То есть это из ряда вон выходящее действие, но на протяжении всей истории веры оно, да, присутствует. Я вам дам несколько примеров. Ну, к примеру, Ицхак, и он ложится на жертвенник Авраама. Это, помните, он был не пацаном, я уже на эту тему учил неоднократно. Возможно, ему было далеко за 30, а может быть и 35, то есть вполне взрослый мужичок, который дорожил своей жизнью, но папа сказал: надо, потому что Господь Бог сказал, и он был готов это сделать. И это большое дело. Моше, мы помним, по выходу из Египта неоднократно Господь Бог гневался на Израиль и говорит: отойди-ка в сторону, дай мне размахнуться рукою. А Моше забегал вперед и говорит: если ты хочешь уничтожить их, уничтожь и меня. Это называется Кидуш Ашем. Народ, отключите эти свои телефоны, потому что я уже сбиваюсь. Он был готов сказать: вот меня коснись. Мы видим такую же историю в жизни царя Давида.
Мы знаем, что с Илией пророком были подобные моменты, когда он говорил: «Вы можете меня принести в жертву». Мы видим в книге Даниэля, кто помнит Меса, по-русски Месах, Сидрах и Авденаго. Помните, им говорили: «Поклонись этому идолу». А они сказали: «Ты можешь нас даже сжечь». И Господь Бог, если даже не заступится за нас, мы все равно готовы это сделать. Это называется кидуш Ашем. Я хочу прославить Господа, и я не сделаю ничего, чего от меня требует то, что противно Ему. В послании к евреям, в 11 главе, помните послание евреям, 11 главу, там, где говорится много о великих людях веры, что там этот заграждал то, это то, это то, но там в конце есть... В следующий раз я приглашу кого-то станцевать. В послании к евреям. Пожалуйста, отключите телефоны, поставьте их на тихую. Кто не знает, вот Костя с плоскогубцами идет сделать внутреннюю настройку. Послание евреям говорит с 36 стиха: «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, и не получили избавления». То есть были люди, которые сделали кидуш Ашем, прославили Господа Бога, и за них не заступился ангел Господень, как он заступился в свое время за Даниила. И про Иешуа сказано, помните, когда в Гефсимании Иешуа молится, он говорит: «Я не хочу, чтобы эту чашу мне досталось пить, но если есть на то твоя воля, я пойду и сделаю». Я, видите, выжимаю вас к своему мнению в отношении Надава и Авиу, что когда они это делали, по всей, мы не знаем все тонкости. И я думаю, что там были вещи, которые Писание нам запрещает, типа нам не нужно вносить чуждое Писанию учение, потому что любые такие вещи повлекут большие проблемы. Но я сейчас не за чуждые учения. Я сейчас за то, что они ревновали по Господу. И, по всей видимости, будучи неженатыми, не обремененными, хотели провоцировать Господа на что-то, а, возможно, даже хотели, чтобы Он их забрал. То есть они кинулись на амбразуру с этим желанием, потому что, будучи в окружении Аарона и Моше, уже не один раз переживали Господне присутствие. И мы читаем, что апостол Павел тоже говорит однажды такие слова. Он говорит: «Я уже становлюсь жертвою, течение совершил, веру сохранил. В другом месте я хочу соединиться с Господом, но меня удерживает то, что я хочу быть с вами». Я вам хочу дать еще несколько примеров, которые кажутся в священных писаниях абсолютно ненормальными. Но, как я уже сказал, моя тема сегодня – ревность по Господу. Я хочу прочитать с вами место, которое вы и так все знаете, и оно записано в Матфея, первая глава. Кто помнит, что в Матфея в первой главе записано? Что? Не, Матай. Там разнаписано, по сути, родословное Иешуа. Помните такие слова? В этом плане лингвисты, теологи говорят, Матфей очень где-то, не то что копирует, но подражает бытию, или там в бытие есть места, этот родил этого, это было вполне приемлемо в еврейской среде, но здесь есть одна интересная вещь, хочу показать, возможно, не все ее видели раньше. Мы знаем исторически, что Мария, Мирьям,
которая Мируаха Кодеш, от Святого Духа, приняла во чреве, подвергалась целому ряду гонений. Первое гонение, наверное, воздвиг ей ее потенциальный жених, муж Йосеф, потому что вдруг ему стали доносить подозрительные слухи о том, что она в талии изменилась. И он стал задаваться вопросом. Потом ангел его успокоил. Но, по всей видимости, исторически разные контексты говорят, что она подвергалась преследованию, ну, как бы, что, возможно, забеременела на стороне. И это было большой позор в еврейской среде. И Матфей пишет такие вещи. Он говорит, вот родословие Иешуа, Мессии, сына Давидова, сына Авраамова. То есть он сразу их привязывает его кому надо. И он говорит, Авраам родил этого, этот родил этого. Третий стих. Иуда родил Фариса и Зару от Фамар или Тамар. Кто помнит историю Тамар? Помните, там была история странноватая. Она оделась, то есть она, по сути, была вдовой его двух сыновей. И она оделась проституткой и соблазнила великого патриарха Иуду. То есть, ну, наши патриархи тоже делали много неправильных вещей, и это не оправдывает их, и это не дает нам повод поступать подобным образом. Понимаем, о чем я говорю, да? И родила Фарис и Зару. Фарис родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Салмон родил Воза от Рахавы, от Рахав. Боаза от Рахав. Кто помнит такое имя Рахав? Кто она была? Она была проститутка, ну, блудница. Скажите еще, женщина легкого поведения. Она была проститутка. Это была ее рабочая должность в городе славном Иерихон. Есть мнение, что это не та Рахав, а есть некоторые, что говорят та. Сложно решить, неважно. Та была блудницей или проституткой, но обратилась к Господу. И по мнению многих толкователей, заняла большую не должность, а позицию веры в среди народа Израиля. И многие раввины из больших поколений пытались найти свой connection с Рахав. Читаем дальше. Воаз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида. Давид царь родил Соломона от бывшей Заурией. Кто это бывшая Заурия? Как ее зовут? Версавия или Батшева. Мы помним, что там было. Батшева, которая была женой серьезного военачальника, по каким-то соображениям ставит свою ванную в таком месте, что ее могут обозревать. Но не все, а вот именно царь Давид. И по сути, я вам сейчас рассказываю другую версию боевика. Она его соблазняет. Но я вам... провоцирует его. Но, послушайте. Тамар, и я сейчас никакой из наших девчонок не позволяю пользоваться этими примерами. Я даже думаю, когда-то я моей жене поделился моим взглядом, и она мне сказала, ты очень аккуратно это дело скажи, чтобы кто не подумал иначе. Нельзя эти вещи делать, но Фамарь или Тамар, также Рахав, также Руфь, я забыл прочитать про нее, Руфь, помните, кто была Руфь? Моавитянка, вообще как бы это, Руфь, также Батшева, они нутром чуяли, что им предназначено приложиться к тому, чтобы спасительная линия проходила через их потомство. Поэтому Тамар готова была, чтобы ее сожгли на костре. Она же не дурочка была. И ее чуть не сожгли. Помните, Иуда сам сказал сжечь ее. Он сказал, забеременела? Сжечь ее. Она готова была на все. То же самое Рут. Она пошла и села у ног Боаза.
так гулящая не поступает. Она спровоцировала его, потому что она внутри себя имела то, что называется ревность. Я хочу приложиться к тому, чтобы будущее избавление всего мира не обошлось. То есть она знала, что это ей положено. И знала, что она игнорируемая. И она пошла пролагать себе дорогу. И то же самое Батшева. Наверное, Урия был не таким уж плохим мужем, но она знала, что случилась ошибка. Я не хочу слышать, что кто-то подойдет ко мне из общины и скажет: «О, я думаю, я неправильно женился». Такие варианты есть. Они уже свое отыграли, но я вам рассказываю про ревность от Господа. И она двигала именно совершенно сумасшедшие дела. И вот здесь мы читаем, что Надав и Авиу, движимые ревностью, они пошли туда, и мы знаем, что случилось. Знаете, их Кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего, не остановили никакие препятствия. Они хотели, и по сути они заложили жертву или подобие жертвы Йом-Кипура. Кстати, существуют мидраши, которыми я ни в коей мере не поднимаю их на уровень священных писаний, но они говорят, что то, что случилось с Надавом и Авиу в святилище, освящает евреев в Йом-Кипур. Есть такой мидраш. Я не знаю, как его вывели, но, наверное, таким же подобным рассуждением, которое я сегодня действую. И я не поднимаю ни в кое. Я только говорю, что здесь есть некая пророческая аналогия, которая говорит, что Иешуа для нас все совершил. Но Господь Бог требует или просит от нас, чтобы мы ревновали по Нему и не останавливались в нашем пути по абсолютно левым причинам. Типа, меня не услышали. Я попытался, меня обидели, я такой самый израненный, а я буду просто плестись, заходя в общину или заходя в домашнюю группу. Я буду вот такой вот бедный родственник, которого почти обидели, обиделся, не почтили, не подняли меня, мою. На самом деле, Павел говорит, забывая заднее, простираясь вперед к почести высшего знания. Господь хочет, чтобы мы ревновали по Нем. Это суть моей проповеди сегодняшней. И когда мы можем в нашей жизни ревновать по Нем, тогда мы можем знать, что мы свою долю в строительстве грядущего небесного Иерусалима или основания для грядущего небесного Иерусалима делаем. И когда затрубит труба, то строение, которое спустится с небес по Откровению 21-22, станет на тех камнях, которые мы благодаря нашей ревности пред Господом закладываем. И именно в таком случае очень важно быть и помнить также о том, что нам Писание говорит, наблюдайте за собою, чтобы у кого горький корень не побудил глупостям, но ревнуйте, потому что до ревности любит Бог, живущий в вас. Вот этим я хотел с вами поделиться сегодня.